Звуки музыки и звонких детских голосов заполнили двор в третьем мичуринском тупике Всходнее. Здесь установили новые качели, карусели, горку, элементы для скалолазания. До первого снега также успели уложить безопасное резиновое покрытие. От старой детской площадки не осталось и следа. Ужасная была площадка на самом деле. Играть здесь детям было очень некомфортно. Не то, что сейчас, которую построили, конечно. Очень круто. Были песочницы, ну, в таком запущении. Какие-то турники были. Ну, для малышей конкретно ничего было такого, чтобы можно было заинтересовать ребенка. Теперь все дружно сюда будем ходить и кататься. Да? Детскую площадку установили по просьбам местных жителей и учли все их пожелания. Детская площадка была очень нужна жителям. Она пользуется популярностью, ее посещает много деток. 4 многоквартирных дома находятся в этой зоне. Все жители довольны, детки довольны, а это самое главное. Также по инициативе жителей Всходне были обновлены дворы на улицах Первомайская, Мичурина, Ленинградская, Микояна и Папанина.